Следующие два произведения по тематике отличаются от нашей программы, точно так, как война всегда отличается от обычного течения жизни. Отдавая дань подвигу нашего народа, мы хотим исполнить две части из лирического цикла Александра Флерковского «Ленинградская тетрадь» на стихи поэтов-блокадников. «Память» — слова Воронова, «Невская акварель» — слова Михайлова. Части цикла исполняются без перерыва. Обстоятельства сильно изменяют любые, сколь угодно, бытовые ситуации. История сохранила для нас должностную инструкцию регулировщика середины XX века. Позвольте, я зачитаю ее для вас. При движении автоколонны со скоростью 20 км в час расстояние между машинами должно быть 40 метров. При движении со скоростью 50 км в час хотя бы 100 метров. Категорически запрещено движение со скоростью 35 км в час. Грузовик войдет в резонанс с водной массой Ладожского озера и провалится под лед. Текст начинался безнадежно бытовым образом, ведь это просто правило движения автомобильной колонны. Только в конце становится понятно, что эта колонна движется в блокадный город по ледовой дороге жизни.